Добрый день, дорогие друзья, и сегодня мы вновь рады приветствовать вас в нашей рубрике «Анбоксинг», где мы распаковываем самые разнообразные посылки, в основном, конечно, с AliExpress, но иногда и не только. Сегодня случай с AliExpress. Кстати, в Беларуси со следующего года планируют ввести закон об обязательном НДС на посылки. Как они это будут делать, это еще мы посмотрим. Но пока давайте приступать. Так, посылочки сейчас уже идут долговато. Посмотрим внутрь. Вы же помните, необходимо проверить, вдруг там внезапно оказалось $100, а может быть и больше, но в этот раз нет. Давайте же посмотрим теперь, что у нас внутри. Вот такой вот пакетик. Упаковочка, я могу как бы сказать, что очень хорошая. И внутри, опять же, несколько пакетиков. Сейчас мы это дело попробуем аккуратно оттуда извлечь. Они, наверное, с той стороны тоже немножко приклеились. Так, смотрим, что у нас здесь. А здесь у нас датчики. Так называемые тензодатчики. Если у вас есть домашние весы, то там как раз стоят нечто подобное, похожие на эти. Но эти тензодатчики, они по 50 килограмм каждый, как написано. Итого, если мы используем все 4, а я планирую их использовать под ножки холодильника, то, видимо, как раз получится до 200 килограмм. По паспорту я смотрел, холодильник весит около 70. Так что запас у нас приличный. Итого имеется 4 датчика, каждый по 3 провода. Потом будем разбираться с цветовой маркировкой. Вот такие вот датчики, на них стоит 210611M733. Хотя я смотрю, что тут цифры на всех разные. Е696, 1634, 1633. Не знаю, что это такое. Если вы знаете, можете рассказать. На фломастером тут на всех написано, вот здесь буква А и цифра 34. Ну, из того, что я выбирал, они должны быть по 50 килограмм каждый. Ну и получается, что нагрузка вот сюда оказывается, на вот эту центральную точку. И еще у нас в комплекте есть плата. Это, собственно говоря, АЦП, аналогоцифровой преобразователь, который как раз служит для того, чтобы подключить все эти 4 датчика. Вот тут у нас есть А-, А+, Б-, Б+, и Е+, Е-. Значит, по мостовой схеме, то есть они включаются как бы в виде моста, в плечи моста 4 датчика, далее Е+, Е- это питание, и А-, А+, Б- и Б+, это съем с плечей моста. Ну, в общем, схему, наверное, надо будет посмотреть более внимательно на сайте. И здесь у нас есть на выходе 4 сигнала: ground, питание и DT и SCK. Я думаю, что библиотека под Arduino есть готовая, проблем с этим возникнуть не должно. Ну вот, собственно, и все. На сегодня наш анбоксинг завершен. Не забудьте поставить лайк. Вопросы и свои замечания можете излагать в комментариях. Если еще не подписаны, подписаться на канал. В колокольчике выбрать режим «Все уведомления». Ну и если желаете, можете поделиться этим видео с друзьями. Пока-пока!